Привет, друзья! Как я обещал, продолжаю серию видео «Крутые, недорогие товары для рыбалки» с AliExpress и не только. Зимние непромокаемые неопреновые перчатки. Бывают как мужские, так и женские. Идут в разных расцветках. Я заказал себе такие синенькие. Сине-голубые, так сказать. Вот, друзья, на ладони такие напыления, чтобы не скользила рыбка или чего вы там будете держать. Сделаны очень качественно. Швы прошиты, проклеены. Есть замочки, то есть под любой размер пойдет. Сейчас меряем. Я взял себе размер XL. Вот, ребят, супер. Здесь замок не надо застегивать. Хотя, если застегну, вообще так хорошо. Как уверяют китайцы, они эти перчатки работают, можно работать с сенсорным экраном, с телефончиком. Ну, работает. В принципе, работает. Сухо! Эти перчатки я заказал в размере XL, и цена вопроса их $13, то есть 370 гривен. Комплект удочка плюс катушка с фрикциончиком стоит $3.85, то есть 110 гривен. Удочка раскладывается. Как на меня удочка, ну такая, не знаю, ребятки, не знаю. Удочка, как на меня, слабенькая. А вот катушечка достойная. Здесь есть фрикциончик. Вот. Крутится в обе стороны. Фрикциончик затягивается. И уже трудно крутится. Если отпущен фрикцион, что тут прикольно? Есть кнопка. Когда вы тянете рыбку, надо ее притормозить. Нажали кнопочку, и уже фрикциончик потяжелее крутится. Видите, кнопку отпустили, легко крутится. Ну, катушка прикольная, катушка мне понравилась. Удочка, ну не знаю, ну за 110 гривен, наверное, денег своих она стоит. О, вроде бы не переламывается, не ломается. Как я вот ее изгибаю. Полотенце для рыбалки с микрофибры. Я заказал два штучки, коричневые и синие. Хоп. Со значок типа дайвы какой-то. И есть карабинчик, который мы цепляем на ремешок. На ремешок, за курточку. Вы видели все в моих видео, что я хожу с этими полотенечками. Очень удобная штучка. Рыбку вытянул, руки вытер. Отлично и хорошо. И на карабинчике висит, никуда не девается. Одно такое полотенечко стоит $3, то есть 87 гривен. Алмазная точилка для крючков. Это вообще, ребятки, незаменимая штука. Должна быть на любой рыбалке, как на зимней, так на летней. Маленькая, удобная, широкая. Вот есть канавка под крючки. Если вдруг что, раз-раз подвели из двух сторон. Двухсторонний. Если честно, это лучшая точилочка, которую я видел в своей жизни. Я раньше пользовался раполовскими фирменными, но они быстро рассыпаются и ломаются. Это будет тема. Я заказал их 3 штучки, разложу в 3 своих ящика. В зимний и в летние ящики. Стоит эта точилка $1.83, то есть 50 гривен. Приспособление для наматывания лески. Здесь присоска, то есть если вы на рыбалке где-то, раз к автомобилю ее шлепс и перемат, и наматываете лесочку. Вот там резьба. Прикрутили, установили, хоп. Вот так, друзья, я приспособил эту штуку у себя в гараже. Я ее просто прикрутил на саморез к столу. Один саморез головой хватает. И видите, широкая катушка.
Это плетенку, которую я наматываю на удочки с боковым тюком. Все удобно, отлично и хорошо. Цена ее $3.39, почти 100 гривен. Пучковяз для насадки наживки на крючок. Вот такой интересненький. Сейчас покажу, как с ним работать. Тут такой крючок. Резинки одеваем на сам пучковяз, чтобы одеть тут сзади. Сзади скрепится такой пымтык, как правильно его назвать. Одеваем его. Раз. И сюда уже на него одеваем резинки. Опс. Сняли. Теперь, если нам надо насадить мотыля, опарыша или навозного червя, раз, захватили, резиночку одели и на крючок. Все просто и удобно. Цена вопроса 30 гривен. $1.16. Пучковяз обычный для насадки наживки и пелится на крючок. Так, вот сам пучковяз. К нему я заказал запасные резинки. Хотя их можно нарезать и самому, но они там копейки стоят. Почему не заказать? Вот так он работает. Тоже резинку одели, взяли мотыль или взяли пелец. И резиночкой потом хоп и на крючок. Стоит этот пучковяз $1.21, то есть 35 гривен. Ребятки, и на них их заказывают, ну просто, 2151 заказ на сайте магазина в AliExpress. Прикольные маленькие кусачки. Идут в разных цветах. Цена их $1, $1.09, 31 гривна. И как ни странно, ребятки, китайские кусачки, да еще и кусают. Так, не знаю, видно вам? Оп. Вот не в натяжку, хопс. Короче, острые. Леску кусают, но леска-то такое. Сейчас мы возьмем плетеночку. Опа, ребят, видели, теперь не в натяжку. Смотрите, и не в натяжку кусают. Ничего себе, друзья, кусачки за $1 кусают что леску, что плетенку. Жесть. Убойный раслин цуриное. Ребят, посмотрите, как он переливается разными цветами. Это самый дорогой раслин, который я нашел на AliExpress. Вы уже видели его в моих видео, там, где я судаком на него лупашу. Опа, есть. Прям на камеру. Да, на раслин, на китайский раслин за копейки, слышь, фигачит, блин, на раз-два. Ай, красава. Ай, красава. Хоба. Блин, ну мелкий собака. Никитос, такие, как и у тебя, клюют. Слышь, у меня раслин на пол судака. Здесь офигенные, шикарные крючки. Мне похожи они на омнеровские. Не разгибаются, крепкие. Звенящий идет. Я их заказывал 2 штучки, но одного подарил Артуру. Подарил другу блогеру. Цена его $4.28. Это 125 гривен. Раслины Линкью. Идут в таких красивых заводских коробочках. Качественно сделаны. И на сайте AliExpress на них заказов 1500 заказов. Я их заказал в 3 цветах. В 3 самых рабочих цветах. Синий. Сине-серебристый. Тоже он переливается. Видите, ребят? Очень качественные раслины. Розовый. Глазки здесь сделаны, как у натуральной рыбки. Видели, ребят? Качественные раслины. Хороший крючок, тройник здесь стоит, не разгибается. Ну, я думаю, будет неплохо он ловить рыбу. В середине шарик, звенящий, желтенький. Ну, глазки, конечно, здесь капец. Думаю, рыбу будут ловить на ура. Это, они мне чем-то напоминают маднесы и что-то
от Lucky John, от Lucky John-овских вибов. Тоже советую. Цена вопроса $2.99. То есть 80 гривен один ратлин. И весят они 18 грамм. А, уже зацепился за палец. Крючки острые. Не знаю, передает ли камера, не передает, как он переливается. Как, ну, как рыбка. Очень качественная. Достойные ратлины. Китайцы, конечно, блин, в последнее время рвут всех. Ратлины под названием Фишкин. Идут в заводской коробочке. Здесь даже, ребятки, здесь даже инструкция на русском языке. Видели, друзья, китайцы тоже продуманные. Ни хвоста, ни чешуи. И инструкция написана на русском языке. Ручная работа. Блин, то ли прикалывается, то ли точно так и есть. Ну, вроде бы сделан качественно. Ну, тройники здесь, ребят, на собак. Посмотрите, какой ратлин маленький, а какие тройники. Это ловить хорошего судака или хорошую щуку. И я заказал их 3 штуки в синей расцветочке и один такой зелененький. И оба тройничка с каплями. О. Я бы, конечно, сюда поставил бы какие-то поменьше, наверное. А может и нет. Попробуем половим на эти тройники. Ну, тройник, елки-палки, какой здоровенный. На Алиэкспресс на эти ратлины 1321 заказ. Это когда я их заказывал. И очень шикарные комментарии. Люди хвалят их. Говорят, что работают, доставка быстрая, все отлично и хорошо. И плюс люди писали о качественных тройничках. Я заказал вот такой коробочке, идут 5 тройничков. Сейчас посмотрим, я их не открывал. Тоже по отзывам очень неплохие. Ну, в принципе, да, крючок хороший здесь. Здесь идут разноцветные капли. Внизу черная цятка, черный глазик. Короче, достойные тройнички. Мне нравятся, не разгибаются, острые, чего еще нужно. Цена тройничков $2.29. Это 75 гривен, если на гривны. Вот еще одни ратлины, на которые на Алиэкспресс очень много заказов. 1300 заказов на момент, когда я их заказывал. И хорошие про них пишут люди отзывы. Цена их 92 цента, то есть 26 гривен. Я заказывал 5,5 сантиметров и весят они 10 грамм. Вот такой серебристо-розовый, с желтой головой. Глазики натуральные, под натуральный синенький. Оранжевый, на спинке красный. И хочу попробовать чисто черного ратлина. Еще одни популярные ратлины на Алиэкспресс. На момент, когда я их заказывал, у них на сайте было 2500 заказов. Они весят 24 грамма и 7,5 сантиметров длина. И цена $1.10, то есть 32 гривны. Ратлины сделаны очень качественно, переливаются. Думаю, будут работать на ура. Я заказал 3 цвета. Вот такой серебристо-зеленый, оранжевое пузико. Так, тройнички здесь тоже достойные, острые, крепкие, вроде не гнутся, не ломаются. Натуралочка серебристая, с желтыми полосками на спинке. Глазики тоже в них сделаны, во всех натуральные глазики. И убойный синий цвет. Синяя спинка, розовое пузико. И желтая брюшка, то есть желтая голова. А эти ратлины — топ всех продаж на Алиэкспресс по ратлинам. Почти 5000 заказов и убойные комментарии. На нем вверху такой прозрачный плавник. Я забыл, ребятка, это копия каких-то японских ратлинов, японских дорогих супер уловистых ратлинов. И как пишут люди, они не хуже японских ловят. Тройнички здесь тоже качественные, качественно сделаны. Я заказал их в 3 цветах. Синий, красный и такой яд, зеленка ядовитая. Этот ратлин стоит $1.38. На гривны это 40 гривен. И весит он 18 грамм. Так что, я думаю, можно рекомендовать его почти что в первую очередь. Цена, качество, ну, на уровне. Будем катать его на наших водоемах. И
последнее в моем обзоре Ratlin и Wolfish. На AliExpress на них почти 1100 заказов. Они весят 14 грамм и стоят $1.19. Это 34 гривны. Ну, вроде бы тоже такой Ratlin как бы ничего. Тройнички я уже пробовал, крепкие и острые. Ну, цена супер. Качество на уровне. Думаю, рыбку ловить будут. Ну все, друзья, все как вы просили. Недорого и сердито. Пишите в комментариях, кто будет заказывать, кто будет ловить. Все пишите, чтобы люди же были в курсе, как работают эти приманки, как работает снасти с AliExpress. Ну и также пишите в комментариях, делать ли и дальше мне эти обзоры на дешевые, недорогие, более-менее толковые товары. Ну, в принципе, вот как по Ratlin'ах, то я даже удивлен. Очень и очень, ну так, достойно. Если взять японский Ratlin, там 400-500 гривен стоит, ну, хорошие. Так здесь доллар, два, три, супер. Короче, ребят, рыбачьте и не фастаните чешуи. С вами был Михалыч, канал Клуб Рыбаков. И всем пока-пока.